Вопрос к аудитории сначала. У вас нет ощущения, что тема моей лекции немного вымученная? Что я ее просто взял и изобрел, достал из головы и вам ее предлагаю? Вообще, кого волнует? Журналистика, литература или не литература? Журналистов. Выступающих. Всех, на самом деле всех, почему нет? Это волнует, скорее, я бы сказал, не выступающих, и не читающих или пишущих, а поступающих. Понимаете, почему, да? Юношей и девушек, выбирающих жизнь. Куда мне податься, на филфак или на ЭВМ Ульяновского политехнического института? Если я хорошо пишу сочинения, если мне пятерки ставят по литературе, могу ли я быть журналистом? Вот мне так говорили, ну, моя дочка хорошо пишет сочинения, отдам-ка я ее на журфак. Я думаю, это слишком смелое предположение, потому что писать хорошо сочинения недостаточно для того, чтобы быть журналистом. Более того, я скажу, в журналистике преуспевает она на люди, которые вообще не могут писать, но зато умеет хорошо работать с фактами и общаться с людьми. Поэтому ключевой фактор здесь, может быть, даже не как ты красиво сложишь слова в предложении, а какой факт ты надыбаешь, говорю вам, на профессиональном языке. Или все-таки журналистика – литература? В каком смысле она может быть? В каком смысле ее можно признать литературой? Вымысел. Вымысел? Ну вот в этом смысле журналистика и журналистика должны быть полными антиподами. Должны быть. К сожалению, этого нет. И чем дальше, тем хлеще, да. Стоит включить НТВ, и мы там увидим фикцию, которая выдается за журналистские расследования. Вы знаете последний факт, что около 100 газет согласились публиковать в телевизионных программах ссылку о том, что будьте осторожны, канал НТВ под видом журналистских расследований и журналистских материалов выдает ложь и фикцию. Вот это, я считаю, очень важный общественный момент, который стоит обратить внимание. Итак, филолог-журналист для меня – это оксюморон, то есть тяни-толкай, да? Потому что филолог в одну сторону тянет, в сторону усложнения смыслов, а журналист – все-таки человек, который призван прояснять нам смыслы. То есть это как аналитик и синтезатор, что ли, вот так. Журналистика для меня анализирует, а литература для меня синтезирует и наслаивает смысл. Следующий слайд, пожалуйста. Кто может быть журналистом? Есть критерий Матвея Гонопольского, который мне понравился, с которым я согласен. Могу рекомендовать эту книжку. Кстати, она замечательно написана, очень так легко и понятно, где он делится своим опытом, как он пришел в журналистику, кому он рекомендует или не рекомендует туда идти. Он здесь приводит случай своего приятеля. Этот приятель однажды пошел в ресторан. Ему подали там какое-то некачественное мясо, холодное, непрожаренное и так далее. Он вернулся злой и понял, что ему не с кем поделиться своей злостью. Он решил, ему попалась в руки газета. Как раз редактор этой газеты был в контракт с местным мэром. То есть это хорошее место для того, чтобы излить злость. Он написал письмо в редакцию, оно было тут же опубликовано, потому что газета была оппозиционной местному мэру. В городе творятся такие безобразия. Готовят плохое мясо. Пошел в ресторан вот этот самый, ничего не изменилось. Он написал второе письмо, оно опять было опубликовано. На третий раз его, по-моему, побили. Но на четвертый раз, когда он пришел в этот ресторан, там была санинспекция, там были еще какие-то там спецслужбы, в том числе сам мэр, который потряс ему, скрипя сердце, руку и сказал, что нам нужны такие ответственные граждане, которые обличают недостатки в нашем прекрасном городе, и я как мэр обещаю, что наш город будет еще прекраснее. Мне вот эта история чем-то напомнила какой-то местный момент. Итак, согласно критерию Гонопольского, журналист – это тот, который не просто увидел некий недостаток, да, а захотел им поделиться со всем, в предельном случае с неопределенной аудиторией. Кому-то достаточно, когда тебя обидели или когда тебе что-то не понравилось, позвонить другу и потрепаться. Кому-то надо пойти и выпить с другом на кухне. Но если ты журналист, если у тебя есть это внутри, то тебе этого недостаточно. В таком случае тебе нужно написать,
и опубликовать. И только тогда твой гештальт будет закрыт. По этому поводу я сейчас его процитирую. Приятель столкнулся. Если вы пишете неграмотно, вы можете подучиться. Если вам нравится чей-то журналистский стиль, вы его можете освоить. Если вы хотите писать о какой-то удивительной, доселе неизвестной нам профессии, вы можете ее изучить. Вы не можете только одно – заставить себя рассказывать об этом другим. Это дар, это особое человеческое свойство. Оно либо есть, либо его нет. И именно этот дар отличает журналиста от всех прочих людей. Это как будто подвид Homo sapiens. Тем не менее, в журналистике, у которой есть своя общественная миссия, поскольку журналистика – часть гражданского общества, если вы посмотрите фильмы, в которых есть журналисты, да, то образ журналиста на самом деле совершенно не привлекательный. Это какое-то иногда просто чудовище, абсолютно неэтичное. Человек, который влезает в твою личную жизнь. Часто в американских фильмах герой открывает, значит, порог своего дома, и на пороге своего дома клубится толпа, которая буквально чуть ли не засовывает ему в рот микрофон и говорит: «А вот прокомментируйте, да? А вот что вы думаете, а как, что вы чувствуете?» Есть такое общественное восприятие журналиста как нечто, что хочет испортить тебе твою личную жизнь. Но опасность журналистики не только в такой репутации. Опасность журналистики есть вполне реальная. Потому что одна из важнейших миссий журналистики – это быть общественным надзирателем. То, что называется watchdog function, да? Функция сторожевого пса. Поскольку у власти есть такое неизменное свойство коррумпироваться на определенном этапе, и если власть в определенный момент не меняется, то должен кто-то прийти и сказать: ребята, вы заигрались, вы вот здесь ошиблись, а здесь вы украли. И кто об этом лучше расскажет, как не журналист? Но поскольку он выполняет функцию такого санитара леса, именно с этим связана его опасность. И мы знаем, что журналистов убивают. Журналист убивает каждый год и помногу. И не только на войне. Убивает вполне в мирное время. Вспомним историю последнюю, там, Наталья Истемирова в Чечне, Юрий Щекочихин еще давно, по-моему, в начале 2000-х, Политковская, не помню какой год. Если вы зайдете в «Новую газету», там целая галерея портретов сотрудников «Новой газеты», которые были убиты в мирное время. Если вы зайдете в «Союз журналистов», то там эта галерея гораздо более длинная. Это связано именно с общественной функцией журналистики. Поэтому я бы порекомендовал поступающим на журфак об этом тоже подумать, потому что одно дело развлекательная журналистика, которая тоже нужна. Есть журналистика культурная, куда можно всегда убежать при неблагоприятных условиях, потому что я сам начинал фактически с культурной журналистики, когда еще было нельзя. Да, не наступило такое время, когда можно было писать обо всем. Но есть и сложные жанры расследовательской журналистики, экономической журналистики, которую люди, может быть, уважают, любят и читают, но источники предпочитали, чтобы таких людей бы не было. Потому что, ну, грубо говоря, хорошая независимая журналистика мешает людям, чиновникам, нечестным бизнесменам, спокойно жить и зарабатывать свои нечестные деньги. Журналистика – это не только призвание, это не только общественная функция, это все-таки еще профессия, да, у которой целый набор профессиональных качеств должен быть. Меня лично мотивируют деньги, я это не спорю. Я люблю получать деньги за свой хорошо выполненный труд. Для меня это элемент профессии. То есть, если я пишу и не зарабатываю, получается, я вроде как-то и не заработал, да, и не работал. Для меня зарплата, гонорар является отражением моей профессиональной состоятельности в этой сфере. Поэтому, если вы рассматриваете журналистику как хобби, то, скорее всего, пожалуй, не называйте себя журналистом, называйте себя блогером, называйте себя периодически, не знаю, любителем печатных текстов. Но тексты, которые не монетизированы, это все-таки не совсем журналистика.
Хотя есть и блогеры, которые могут зарабатывать на своих блогах, если это популярные блогеры, там за 10 тысяч посещений. Следующий слайд. Можно разобраться в этот момент с определениями, да? Я сейчас не буду читать. Филология, как следует из названия, это любовь к слову. Это совокупность наук, которая включает все науки, которые работают с текстами, подразделяют еще лингвистику. Некоторые считают ее частью филологии, которая для нас будет иное наименование литературы. Кто-то не подразделяет, не считает лингвистику частью филологии и выделяет ее в отдельную науку, потому что лингвистика не работает с текстами, а работает с языками и структурами языковыми. На Западе филологические факультеты – это факультеты, которые изучают историю, древние тексты, а лингвистика – это уже отдельно от филологии. У нас вот сливают. У нас, кстати, странная ситуация. У нас сливают даже журналистику и пиар на одном отделении. У нас сливают филологию и журналистику. У нас даже вот в педуниверситете есть отделение журналистики на филологическом факультете. Я не знаю, кто там преподает. Наверное, это хорошие, достойные люди. Но нет, я уверен, что это достойные люди, профессионалы своего дела. Но когда учат журналистов, все-таки важно не филология, не зарубежная и отечественная литература, а законодательство в СМИ. Этика журналистики, вот если бы я учил, да, я бы начал с этого, с этики, с законодательства, с основ редактирования, создания редактирования текстов. Все-таки, наверное, экономика и статистика, потому что мы часто имеем дело с опросами. Вот. Ну и прочие прикладные вещи. Литература может быть как писанная, так и не писанная. Давайте перелистнем слайд. Если чукчи едет и поет о том, что он видит, это литература? Не знаю, я еще недавно думал, что не литература, хотя я посоветовался с филологом, знакомым филологом ульяновским, мне сказали, что литература, да, бытует в устной речи. Не знаю, когда Гомер слепой, он же все-таки наговаривал свои тексты, да? Или там древнерусские баяны, они тоже наговаривали. Это была литература, она передавалась из уст в уста, и, наверное, это тоже литература. Но если рядом с Тюкчем мы посадим журналиста с диктофоном или этнографа с диктофоном, и как потом он все это расшифрует и опубликует, вот тогда это будет факт печатной литературы, который все-таки, наверное, больше литературы, если подразумевать под литературой массив печатных текстов. Как вы думаете, есть ли газетная журналистика? Газетная литература, да. Есть. Что такое газетная литература, если таковая существует? Это часть книги напечатана в газете, но это не газета. Филитоны. Филитоны, рассказы, то, что можно назвать литературой, которая облечена в формат газеты. Вы знаете, наверное, это все-таки отживающий формат. Такое было в начале 20 века, когда знаменитые писатели... Булгаков начинал в «Гудке», да? Кто еще из известных начинал в «Гудке»? Зощенко, не помню, Лифи Петров, ну кто-то из известных начинали с журналистики. Да, но я могу вам сказать, что они страдали от того, что им приходилось заниматься этой подъемной работой. Они все-таки мечтали, что когда-нибудь они бросят газетное ремесло и засядут за письменный стол и будут писать романы, потому что все-таки журналист-литератор – это, как я говорю, оксимарон. Журналистика сушит мозги литератора, могу вам сказать по опыту. Гелеровский журналист, да. Но это особый жанр, это переходный жанр. Тут уже это особая тема, Борис, да. Когда Арина Родионовна рассказывала Пушкину свои сказки, они были фактором устной литературы, да. Когда он это воплотил в сказки, которые читают все наши дети, это стало полноценной литературой. Есть ли некий тут переход между устной литературой и письменной? Наверное, вот здесь важен факт посредничества. Тот, кто это дело написал, записал, и как он это сделал. Потому что одно дело, если бы сделал Пушкин, а другое дело, если бы это сделал, не знаю, ученик 10 класса. Могло бы быть все по-другому. Итак, журналистика, в отличие от литературы, которая, как правило, текстуальна, да, мы сейчас поняли, не всегда текстуальна. Существует литературный, разговорный жанр журналистики. Работа в эфире. Это журналистика? Ну, разумеется.
потому что выполняется общественная политическая функция журналистики, там озвучивается факт, ой, вот зачем я сказал слово «озвучивается», я терпеть не могу это слово. Там звучат, произносятся, проговариваются различные факты, там идет дискуссия, там высказываются мнения. Есть жанры телевизионной журналистики, есть прямые включения через спутники. Когда в Москве происходил путч и расстрел этого самого дома правительства в 93 году, на соседней крыше была установлена камера CNN с тарелкой, и все это было в прямом эфире. Это журналистика? Да. Почему? Потому что преподносится актуальный факт здесь и сейчас. Литература этого не требуется. Литература – это на потом. Я посижу, напишу, я отредактирую, я опубликую, я придумаю картинки, я проиллюстрирую, а потом опубликую, и это будет фактом. Литература. Журналистика – это здесь и сейчас, как правило. Листаем дальше. Листаем, ага. Так вот, в определении журналистики, которое вот в первой части, я подчеркнул, что это все-таки профессиональная деятельность. Объяснил почему, да? Потому что есть законы профессии, есть даже писанные законы о средствах массовой информации, которым обязаны соответствовать журналисты. Это все-таки обработка и распространение информации, и это ключевое слово. Журналистика имеет дело с информацией, а не с образом, который в литературе важнее. И журналистика имеет дело с неопределенным кругом людей. Более того, журналистика не существует вне средств массовой информации. То есть должен быть канал передачи. Если ты написал статью, даже самую гениальную и самую актуальную, острую, написал это в трех экземплярах и раздал своим друзьям, то это не журналистика, потому что нет канала передачи, нет СМИ. Листаем дальше. Вот это как раз я распространяю эту самую мысль. Если Волга впадает в Каспийское море, это общеизвестный факт, да? Если журналист повторит этот факт, это будет не новость. Новость – это для того, кто это не знает. Допустим, есть люди, которые не знают, что Волга впадает в Каспийское море. И когда они прочитают об этом в газете, они будут сильно удивлены и, может быть, наконец-то запомнят. Для них это информация. Если другой человек посмотрит на волжские просторы и напишет стихотворение «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я», как это сделал Некрасов, да? Это литература. Почему? Во-первых, стиль поэтический. Во-вторых, это образность. Он, наверное, имел в виду не только Волгу, он имел в виду, может быть, само море жизни и еще что-нибудь. Но не факт того, что Волга когда-нибудь где-нибудь впадет в Каспийское море. Поэтому журналист – это, конечно, больше социальная личность, потому что по той же причине, вот, о чем говорит Ганопольский в этом, как его назвал, критерии Ганопольского, хочется рассказать. Кому? Людям. Люди – это социум, это общество. Да? Поэтому журналистики вне социума не существует. Журналист не может писать в то, а писатель, в принципе, может. Да? Хотя мы не можем отнять у писателя, у литератора социальные функции. И бывают такие периоды в истории нашей страны, и не только нашей страны, когда к слову писателя, может быть, было еще более важнее, чем слово журналиста. Помните, конец 80-х годов, пресловутый проект по перебросу северных рек, и тогда восстали против этого переброса именно писатели. Валентин Распутин, Белов и кто-то еще, и им удалось это сделать. Они выступали с мощными публицистическими произведениями, которые были, конечно, не художественными произведениями в полном смысле слова, а публицистикой. Именно тогда это сыграло свою роль. Когда у нас был писатель Сергей Шаргунов, я делал с ним интервью, и я у него спросил, вообще не отнимает ли что-то от таланта писателя, когда он вдруг ударяется в какие-то актуальные вещи? Когда он занимается публицистикой, как они сейчас вот все начали заниматься, да? Тот же Шаргунов появляется во всех этих ток-шоу, где люди друг друга перекрикивают. Захар Прилепин, в общем-то, наверное, блестящий литератор, потому что у него действительно очень хороший русский язык, он действительно очень хорошо им владеет, но его вот общественная позиция, конечно, мне не близка. И у меня было подозрение, что когда человек начинает заниматься слишком плотно политикой, как, например, Никита Михалков стал заниматься
монархизмом, да, и фильмы стали плохие. Или когда Николай Бурляев стал там национал-патриотом-антисемитом, он перестал существовать как актер. И я подумал, что в этом есть какая-то закономерность. Я спросил Шубинова, вы не боитесь, что от вашего таланта отнимется именно из-за того, что вы слишком плотно занимаетесь политикой и общественной деятельностью? Он мне сказал, и да, и нет. С одной стороны, казалось бы, ответ простой. Да, теряет художник от политики. Происходит некое упрощение, человек становится более плоским, пропадает многомерность, важная для художника. Но, с другой стороны, русская литература всегда задавала большие вопросы и экзистенциального толка, и вообще об устройстве жизни. Философ-эмигрант Федор Степун говорил, что главный смысл русской литературы – искать пути об устройстве русской жизни. Мне кажется, и Достоевский, и поздний Толстой, и их идейно-стилистические антиподы Шолохов и Солженицын поднимали мировоззренческие и общественные вопросы, говорили о смыслах. Никто ведь не запретит говорить о смыслах художнику. Просто смыслы немножко разные и преподносятся в другой форме. Итак, журналистика актуальна, литература, чтобы быть хорошей, она должна быть образна. Листаем дальше. Это близкая для меня тема. Смотрите, что называется на безрыбье и рак рыба. Вот возьмем ульяновскую ситуацию. Есть в Ульяновске свободные СМИ? Ну, раз-два я обчелся. Да? Есть СМИ муниципальные, есть СМИ государственные, которые публикуют пресс-релизы, которые им выпускают пресс-службы там, губернатора или мэрии. Если их почитать, то все классно, все хорошо, все развивается. Отчасти, наверное, это так и есть. Да? Но если почитать государственную прессу, то возникает ощущение беспроблемности полной. То есть, куда развиваться, если и так все хорошо, да? И вдруг возникает какая-то сволочь, которая говорит, а король-то голый. И вот этот самый сволочь, это, наверное, и прообраз журналиста. Потому что он должен быть хотя бы человек, который скажет вслух то, что, о чем, может быть, все думают, но боятся сказать, или им просто негде это сделать, потому что все СМИ монополизированы и, да, в какой-то степени проплачены, как это не прискорбно говорить. Поэтому иногда факт даже не оппозиционный. Что такое? Да нет оппозиционного факта. Вот факт, он и есть факт. Вот то, что есть, если просто рассказать, какая же тут оппозиционная работа? Ты просто делаешь честно свою работу. Ты пошел, увидел и написал. Но иногда вот этой простой деятельности, даже не журналиста, а транслятора, ты просто увидел, перенес в другое место и опубликовал. Да? Иногда это бывает настолько важно, что это может спасти кому-то жизнь. Буквально, не знаю, если ты ехал по какой-то трассе, и там вот такущая яма, да, и ты написал, на таком-то километре трассы Ульяновск-Цивильского, условно, да, на таком-то километре вот огромная яма, товарищи, будьте внимательны, осторожны. И куда смотрят наши местные власти, не пора ли там уже все это дело зацементировать и забетонировать. Да, мы деньги-то выделялись, мы же платим наши налоги на содержание дорог. Почему они не используются? Но это уже такой публицистический заход. Этого можно и не делать. Люди, если они читают газеты, которые осмелятся опубликовать просто факт, они будут осторожны. И может быть кто-то сбавит скорость, кто-то не совершит ДТП, чья-то жизнь будет спасена. То есть элементарный факт имеет ценность сам по себе, причем общественно важную ценность. В этом смысле мысленно поблагодарить людей, которые, несмотря на общественное давление, выполняют свою роль, даже ходя под угрозой остракизма со стороны власти. Этих людей не пускают в какие-то, не знаю, вещи, куда приглашают всех остальных. Им приходится больше бегать своими ногами. Им не нужно читать пресс-релизы, потому что это неинтересно. Они сами хотят все увидеть и понять и сообщить об этом другим людям, которые поймут, насторожатся, задумаются. Задуматься – это уже достаточно. Да, вот последний пример – это, конечно, стройка на Оползневом склоне. А до этого был интересный пример, если вы помните, стройка Мариотта, которая все-таки была остановлена. Да? И это очень… Когда происходят такие вещи, важные для локального сообщества городского, надо смотреть, кто как пишет.
В «Народной газете» по поводу Мариотта дали слово какому-то помощнику губернатора, по-моему, он уже не помощник, который доказывал, что ну да, здесь все будет хорошо, здесь все будет чисто, здесь, а все вот эти люди, которые протестуют, да, это плохие люди. Они ничего не понимают, это не экологи, а псевдоэкологи и так далее. Был прямой эфир губернатора, и ведущий этого эфира дал 30 секунд в конце, задал вопрос про Мариотта губернатору. Ну, что там у нас с Мариоттом-то? Губернатор говорит, да, это люди, которые получают свои денежки для того, чтобы протестовать и затормозить эту стройку. И все. На этом, значит, эфир кончился. Емельянов поблагодарил, сказал, спасибо, Сергей Иванович, за ваши ответы, и все. Хотя журналист что должен был бы сделать? Да? Заплатили? Откуда вы знаете, Сергей Иванович? Расскажите. Это очень интересно. Откуда вы знаете, что этим людям заплатили? Кто заплатил? А, вы не можете сказать? Значит, вы сейчас нам озвучиваете непроверенную информацию? Как это может быть? То есть журналист не сделал свою работу в тот момент. Даже не попытался. Потому что боюсь, что это был уже не журналист, а чиновник на службе. Поэтому факт очень важен сам по себе. То, что написано в конце, я здесь пытаюсь выстраивать такую пирамиду новостную. Новость – это то, что в основании информационной пирамиды. Да, это то, что происходит каждый день. Есть люди, которые любят заниматься этими вещами. Пусть факт не очень значимый, но когда факты собираются, они собираются в некую такую понятийную картину, создают понятийное поле. И люди уже могут, взяв некие разрозненные новости, относящиеся к одной теме, а может быть и даже к разным смежным темам, могут анализировать их в совокупности и делать какие-то важные выводы, которые не видны, если взять новость просто как новость отдельную. Да? Это довольно серьезная аналитическая работа, это люди уже, так сказать, хорошего уровня должны быть, но я всем рекомендовал бы начинать все-таки с новостей. Именно по этой причине, что нужно уважать факт, и нужно уважать людей. Я уважаю людей, которые делают для меня новости, потому что это довольно самоотверженная работа. Иногда для того, чтобы добыть какую-то новость, нужно поехать далеко, и там может быть опасно, или там холодно, сыро, неприятно, люди, может быть, неприятные. И тогда нужно приложить большие усилия, чтобы в итоге у тебя получилось там, не знаю, 30 или 50 строк информации, но это важная информация. Она может спустить целую лавину, которая нанесет вот некую такую пирамиду новостей для анализа. А публицистика, ну это уже белая кость, да? Это уже люди, которые больше знают, дальше видят, больше читают. У них хорошая, как правило, филологическая или философская, политологическая иная подготовка, специальная может быть. Поэтому публицисты нам интересны тем, что они есть такие, какие они есть. То есть весь их человеческий бэкграунд, их способ выражения, их мысли. Я читаю там стихи Быкова, которые он публикует, потому что это Быков, потому что никто, как Быков, не напишет вот эти свои сатирические произведения. Да? Или я читаю аналитика Баунова из Карнеги-фонда, или я читаю там Морозова в блоге, потому что это интересные наблюдения. Они могут быть длинные или короткие, но это интересное. Листаем. Художника я уже прочитал, так, Шагунова прочитал. Можем ли мы отказать в журналистском подходе писателю? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Если мы все вспомним «Горе от ума», и вот эти монологи Чарского обличительные, они абсолютно социальные. Более того, они современные. В уста Чарского Грибоедов вложил свою гражданскую позицию, и мы не можем лишить... 5 минут? Ага. Мы не можем лишить писателя его гражданской позиции. Поэтому журналисты и художники объединяют общее неравнодушие к жизни. Листаем. Итак, дальше я предлагаю свою собственную классификацию сходств и различий журналистики и литературы. Листаем. Что между ними общего? Язык, да, но у продавщицы и милиционера тоже русский язык.
Работа с текстами, да, но юристы пишут тексты для суда тоже, но они не журналисты. Интерес к жизни, да, но для того, чтобы интересоваться жизнью, не обязательно быть журналистом, можно быть актером и свой интерес к жизни воплощать таким образом. Гражданская позиция, да, но гражданином может быть любая бабушка, живущая в подъезде, которая будет протестовать против тарифов высоких на ЖКХ. Неопределенный круг потребителей, да, неизвестно, кто заранее купит книжку, неизвестно, сколько людей разберут тираж газеты, но это типичная рыночная ситуация. Неизвестно, сколько купит творогу фирмы «Пестравка», а не там «Волжские просторы». Диалектика жанров, да. Есть жанры, которые отличаются друг от друга, есть промежуточные переходные жанры, как, например, у Гелеровского. С одной стороны, это журналистика, но это уже скорее уже и литература, потому что это нон-фикшн. Нон-фикшн. И еще здесь я бы добавил о том, что и у новости, и у литературного произведения есть общая драматургия. Даже самая новостюшка, которая в течение одной минуты будет читаться в эфире, имеет завязку, значит, кульминацию, развязку, то есть имеет драматический сюжет. Дальше. Давайте я пропущу это дело. Различий гораздо больше. Да. Листаем. Итак, поскольку печатный станок должен вращаться, у журналиста всегда есть дедлайн. Статья должна быть сдана к 5 часам дня, если это вечерняя газета, там, и там, до 12 дня, если это дневная газета. Еще есть такие на Западе где-то. Крайний срок у литератора менее жесткий, хотя Достоевский тоже имел очень жесткий крайний срок. От того, когда он сдаст свой очередной роман, зависел его гонорар. Но, в принципе, не так жестко. Далее. Поскольку газеты выходят периодически, поскольку радиопрограммы выходят каждый день, или там новостейные недельные обзоры выходят каждую неделю, если у тебя плохое настроение, если у тебя болит живот, если у тебя, если ты поссорился с тещей, это никого не волнует. Ты должен сдать материал до 5 часов дня. В литературе тут все, наверное, попроще, да? Можно сделать перерыв, погулять и вернуться к письменному столу. Не критично. Дальше. Для журналистики типичный объем текста – это статья. Она может быть новостейной заметкой, может быть анализ новостей, может быть, в принципе, очерк страниц на 15-20, но все равно это ограниченный объем, который человек в состоянии прочитать в ограниченное время. В литературе больше, да? Рассказ, повесть, поэма, роман, книга. Это совершенно другой формат. Дальше. В газете важна упаковка. И в телевизионной программе важна упаковка. Студийный антураж, да? Как одет ведущий, как одет ведущий новостей. Верстка, мы обращаем внимание на размер статьи, мы обращаем внимание, как упакован информационный пакет, есть ли инфографика, есть ли таблицы. Все эти штуки сейчас, больше современной тенденции, упор на инфографику, на таблицы. Меньше слов, больше визуальной информации. Вот наши местные газеты до этого еще не дошли, хотя это уже даже позавчерашний день. В книжке упаковка не критична. Если вы вспомните, в начале прошлого века блестящие поэты публиковались чуть ли не на папиросной бумаге, но эти книги были, они были фактором общественной и литературной жизни. Наверное, упаковка важна в академических изданиях, которые должны соответствовать некому канону. И я бы еще сказал, упаковка важна в детской литературе с картинками, потому что картинки должны для детей быть хорошие. Дальше. Для журналиста источником его будущего журналистского произведения будет репортаж. Под репортажем подразумеваются три вещи. Это личные наблюдения, интервью с экспертами или с очевидцами и работа с документами. Вот все вот это три называется репортажем. Если тебе не о чем писать, ты ничего не напишешь. Если у тебя есть информация, ты начал писать и у тебя не идет, скорее всего, тебе не хватает информации. Возвращайся к репортажу. Художественное произведение можно издать буквально из ничего.
Марсель Пруст заперся в комнате, обложился фактически ватой и написал свою самую многотомную эпопею «Поиск утраченного времени» из головы. Все из головы. И это литература высокой пробы. Журналистика ничего не придумывает. Литература, которая ничего не придумывает, это, конечно, странная литература, наверное, да? Хотя есть литература нон-фикшн, бывает так, что журналист так много набрал фактуры, что в одну статью не влезает, садись и пиши книгу. И это может быть очень хорошо. Есть журналисты, которые известны как писатели, но все-таки это не художественная литература, это, настаиваю, нон-фикшн, основанный на реальной житейской истории. Может быть, вы читали Труман Капота, есть его знаменитый роман, где он пишет о жестоком убийстве там, на отдаленной ферме. И он применил чисто журналистский подход. Он поехал, он все разведал доскональнейшим образом. Он провел работу следователя, журналиста, кого угодно. Это был на выходе роман, по которому потом был поставлен фильм. Двигаемся. Если журналист не умеет разговаривать с людьми, то, наверное, вряд ли он чего-то добьется, потому что для того, чтобы провести хорошее интервью, нужно расслабить твоего ньюсмейкера, да? Чтобы, да просто договориться, чтобы попасть на мероприятие, нужно позвонить как минимум в пресс-службу и поддерживать нормальные отношения и с политиками, и с прочими ньюсмейкерами. То есть профессиональная коммуникация – непременное условие хорошей журналистики. Литератор может быть хмурым, нелюдимым, одиноким человеком. Он может вообще не выходить из дома, как это делал Селлинджер, да, и тем создал себе славу, миф Селлинджера, и, может быть, это был его рекламным ходом в какой-то степени. Давайте будем листать дальше. Здесь уже важно, да, мы покупаем газеты потому, что и смотрим телевизор, потому что мы считаем, мы заплатили за то, что нам за нас сделал журналист какую-то работу. Он уже подготовил для нас почву, фактически разжевал. И мы же не будем бегать и проверять все источники фактов. Мы исходим из того, что он все это сделал за нас. И за это мы готовы заплатить. За качественную, добытую и упакованную информацию. Поэтому журналист фокусируется все-таки на каком-то частном факте. А для литературы важен птичий полет. Когда ты удаляешься над бренностью бытия, и, может быть, вот с высоты этого птичьего полета, когда картинка расфокусирована, ты начинаешь что-то больше понимать о жизни, когда ты отвлекаешься от каких-то деталей и начинаешь с помощью автора что-то обобщать. Но, как я говорю, для того, чтобы построить пирамиду из фактов, аналитика нужна, а аналитика – это все-таки какое-то обобщение. Но иногда и в литературе факт имеет настолько важное значение, что можно не громоздить описание человека, его портрета, а можно там сказать, что у него там его лицо было изборождено ужасным шрамом, да, и все, сразу в голове возникает картинка, и больше ничего про этого человека писать не надо, и можно уже достроить себе в голове, что, может быть, он воевал на войне и там был ранен, а отсюда его житейская история и взаимоотношения с женщинами, потому что, не знаю, любят ли они его с этим шрамом или нет. Открывается большая перспектива, ты взлетаешь над ситуацией. Дальше. Смыслы. Журналистика упрощает. Чтобы понять, нужно разобрать до костей и вычленить какой-то факт. И то, о чем я сейчас говорил, да? После работы журналиста жизнь должна казаться проще. Я прочитал, и я понял, что происходит. Мне кажется, литература работает по-другому. После того, как ты прочитал, жизнь должна казаться сложнее, и это прекрасно. Потому что когда жизнь сложнее, ты подходишь к ней по-другому, да, не столь упрощенно. Ты понимаешь, что есть полутона, ты по-другому общаешься с людьми, у тебя создается другой эмоциональный фон. Мне кажется, за это отвечает литература. Так, если журналистика проясняет смыслы, то литература их наслаивает. А эти слои друг в друга проникают, и литература становится богаче. Журналистика о сиюминутном, да, газета, если она не прочитана сегодня, она больше никому не нужна, да, в лучшем случае сделать подшивку, и через 10 лет архивист перелистает все это дело и что-то проанализирует, и расскажет, да, вот тогда это было. Газета, которая подшита, она становится фактом истории, но газета, которая вышла сейчас и читается сейчас, она газета. Литература, соответственно, о вечном, ну, наверное, каждый литератор считает, что войти в вечность.
И, наверное, будучи литератором, стоит работать с прицелом на вечность, даже если ты работаешь в 100. Листаем. Про ценность факта я уже сказал. Насчет фирмы без названия. Почему ценен факт? Мой личный опыт. Сейчас я займу еще одну минуту. Я проделал небольшую разведывательную работу. Собирались строить дом на Оползневом склоне, там недалеко. Шевцовый, там ползет разрез Милановского, и компания Риотекс строит два двухэтажных, десятиэтажных дома недалеко от того места. Я интересуюсь, потому что я там недалеко живу, иду в эту компанию, добиваюсь интервью, со мной разговаривают, я это записываю. Я, более того, я даже согласовываю цитату с ними. Я расставляю все атрибуции, потому что для меня важно, кто что сказал. Если я не сослался на кого-то, если я напишу, по мнению некоторого источника в правительстве то-то и то-то, да, то такая информация не слишком ей доверяют. Но если я четко сказал, что мне сказал это заместитель директора, которого зовут Иван Иванович Иванов, и он возглавляет эту фирму Риотекс, да, то все будут знать. Это можно проверить, это можно перепроверить. Можно ему позвонить и спросить, а вы действительно так сказали? Но если мне лично доверяют, потому что там моя подпись, да, то этого можно и не делать. Ну вот, я отдаю эту статью, и к моему ужасу все вот эти ссылки на название фирмы, на название людей, они пропадают. Получается, я свою работу не сделал. Вернее, я-то ее сделал, но редактор испугался, потому что это был потенциальный рекламодатель для газеты. И вот с тех пор у меня с этой газетой отношения прекратились. Для читателя, мне кажется, нет смысла, если там не будет конкретной фамилии и имени отчества. За исключением отдельных случаев, как, например, в ситуации с расследованием Уотергейтского скандала, когда там был источник, которого пока нельзя было называть, но, по-моему, никто так и не знает, кто был этот источник. Но, тем не менее, есть случаи, когда приходится ссылаться на анонимный источник, которому ты доверяешь. Дальше. Журналистика, да, отражает реальность, это действительно зеркало, в которое смотрится общество. Литератор может создать свою собственную реальность, как Джон Роулинг создала своего Гарри Поттера и вот этот весь ее прекрасный мир, да. Но если созданием образов занимается журналист, то за это его можно не просто поругать, его можно лишить статуса журналиста. Единственный случай, когда лауреат Пулитцеровской премии был ее лишен, произошел в 1981 году. Газета Washington Post выяснила, что одна из ее самых известных журналисток, Джанет Кук, выдумала историю о 8-летнем героиновом наркомане, за которой была награждена. Не комментирую. Дальше идем. Вот эта вещь для меня близкая лично. Журналистика существует в поле гражданских отношений, это часть гражданского общества. Журналистика для меня не бывает без свободы, потому что мой американский профессор мне говорил, в Советском Союзе журналистики не было. Но в лучшем случае была нравственная журналистика или, может быть, культурная журналистика, но в общественно-политическом смысле ее не было. Был идеологический заказ. Проханов, который в эфире телеканала гнобит, ругает журналистику и либералов, фактически пожинает плоды либеральной журналистики, которая дает ему возможность высказывать свое мнение. Свобода слова – это типичная либеральная ценность. Поэтому для меня действительно журналистики свободной и вне либеральных ценностей не существует. Именно потому, что журналист не может писать в стол, а ему хочется рассказать. Если ему хочется, но он не может, либо цензура, либо, не знаю, вот идеологический пресс – то все, журналистики нет. К счастью, наверное, все-таки хорошая литература при тоталитарных режимах была, даже если эти люди не публиковались. Не увидел при жизни «Мастера и Маргарита», не была опубликована при жизни Булгакова. Большая часть произведений Платонова не была опубликована при его жизни. Это большая трагедия и так далее. Тем не менее, эти произведения есть. Давайте. То же самое вот православная журналистика. Как вы думаете, бывает православная журналистика? Я думаю, что не бывает православной журналистики, точно так же, как не бывает, не знаю, католической и буддийской журналистики, потому что есть журналистика хорошая и плохая. И если ты
если тебя посылают на задание, ты говоришь, я не могу его выполнить, потому что моя вера не позволяет, то на месте редактора я бы такого человека, конечно же, уволил, если на него нельзя положиться. Дальше. Журналист имеет дело с реальными людьми. Да. В литературе можно придумать образ. Да, там могут быть прототипы, но все-таки реальное совпадение случайно. Это обобщение. Образ, который может соткаться из разных людей, но литература цена именно тем, что она ткет образ. И я могу ассоциироваться с этим образом, и тогда мне будет интересно читать эту книгу, как в стихотворении, например, да? «Я вас любил, любовь еще быть может». О, боже, неужели, это же про меня, да? Этика. Ой, наверное, это большая тема, это отдельная лекция. Да. Папарацци. Можно ли их оправдывать? Да, если они гонятся за фотографиями, потому что им за это заплатят. Но они приступают к какие-то совершенно человеческие законы. И в этой погоне за, не знаю, принцессой Дианой, говорят, они ее, собственно, и погубили. Да? Есть даже мнение, что они дали наркотик этому парню, который был за рулем. И в конце концов, они и погибли из-за этого. Да, этика. Можем ли мы жалеть коррумпированного чиновника? Каковы здесь этические стандарты? Хорошо, мы написали про него, написали, что он взяточник, приложили вот такую стопку документов, на которые можно сослаться, а он потом взял, пустил себе пулю в лоб. Будем ли мы чувствовать себя виноватыми? Вы его... Да, мы не должны. Это отдельная тема. Это отдельная тема. Это очень сложно. В принципе, нет, не должны, да? Но журналист тоже человек. Есть принцип Аристотеля, по-моему. Максимальное добро для максимального количества людей. Если этот критерий работает, значит, по этому критерию мы можем прижутить коррумпированного чиновника, потому что он в меньшинстве. Антон Гогин — это... У меня есть знакомый литератор, который пишет такие, ну, всякие романчики, которые продаются на вокзалах, на развалах, да? И вот у него там был персонаж Антон Гогин. Убийца, насильник, страшный тип. Я думаю, почему это он взял в такую фамилию-то? Скорее всего, потому что мы с ними знакомы. Вот он перебирал это самое. Кого бы мне наградить? Как, чтобы не очень затасывать. Ни Иванов, ни Петров. А, ну вот возьму-ка я вот это, да? Ну, хоть имя сменил, и то спасибо, что называется, да? Листаем. Я считаю, что журналистам, если ты прошел критерий Ганопольского, то ты можешь быть журналистом, потому что можно научиться технологии сбора фактов, можно научиться писать простые предложения, можно научиться работать с социальными сетями, можно научиться работать с какими-то еще медиа-инструментами. Этому можно научиться. То есть в журналистике все-таки ценится навык, потому что это больше ремесло, наверное, чем талант. Талант в том, чтобы рассказать, желание рассказать – это твой главный талант. Общественный, экстравертивный. А в литературе все-таки больше ценится изначальный талант, мне кажется. И если не можешь писать, не пиши. Листаем. Вот это в итоге-то для чего все это было. Если вы ваши родственники, дети, друзья стоят на пороге и размышляют все-таки, кем стать, филологом или журналистом, вот это была информация для вашего размышления. Спасибо.